Здравствуйте. Мы очень рады, что посетили семинар по пластике лица доктора Ведова. Мы приехали издалека, из Азербайджана. Наша клиника является тоже антиэйджинговой, но классическая медицина. Честно говоря, долгое время мы искали методы омоложения естественным способом. И очень были рады, чтобы столкнуться и узнать такую информацию, что есть возможности на самом деле на уровне физическом и ментальном омолодить человека. В реальности человек психологически, на психическом уровне, на ментальном уровне может сделать все. Просто это надо как бы настроиться и в то же время знать технику. То, что он разрабатывает годами и это все преподносит людям, это большое, как говорится, богатство, которое каждый человек должен это познать и как бы, ну, ощутить, так скажем. Но я надеюсь, что это будет все больше и больше распространяться, и будут хорошие эффекты, и люди сами будут тянуться к народным методам лечения, так скажем. Поэтому мы очень рады, что посетили и узнали эти методики. Дай Бог, чтобы таких семинаров было больше, и чтобы как бы все знали, что это все в руках человека. Если он хочет, то это может добиться любой человек своими же руками. Красоту. Слепить прямо и лица, и тела. И быть здоровым, полным, без всяких химикатов, без всяких лекарств, без всяких, так скажем, и очистить ауру, так скажем, и психологически, и физически быть красивым. Спасибо.